нас идет охота на бабочек. Кто же побольше словит этих существ? Смотрим. Какой у тебя приход, Ярослава? Какой у тебя улов бабочек? Что, я видео снимаю? Насколько профессионально ты освоил этот навык? Мирочка, какие твои успехи? Я понимаю, сколько уже поймано. Так, смотрим. Ярослава что-то красивое нашла. Что там? Ничего себе, показывай, что же ты споймала. Так. Ярослава, повернись, покажи передом, ко мне передом, к лесу задом. Повернись. Ты слышишь? Повернись ко мне передом, к лесу задом и покажи растение. Что это такое? Ярослава, снимаю видео, рассказывай. Ура, наконец-то. Показывай на видео, давай. Повернись ко мне передом. Так, показываем. Эта бабочка называется голубянка, показывай. У нее голубые крылышки такие с напылением. Очень красивая. Она очень маленькая, она очень такая перламутровая. У нее как раз на ее крыльях мы можем наблюдать флюранс, как-то она букву Ф называется. Вот это, ну так я ж не вижу. Вот она, да. Интерференция, да, вот это, подожди, вот так. Это, сейчас, подожди, я сфокусируюсь, не трогай, не убирай. Это такое, не шевели, подожди, не шевели, я снимаю бабочку. В общем, интерференция, это такое, когда переливается цвет. Из-за того, что у нее бороздочка, получается, так не видно, вот да, я возьму. Из-за того, что у нее... крылышки такие, покрытие, бороздочка, цвет переливается, перламутрово-голубой. Видите, так интересно, вот. Ну, я ее отпустила, бы для видео надо было. Ну, ничего, ну, что, ну ты словишь еще. Знаешь, какое красивое растение я нашла? Она очень красивая, да. Это надо нарвать букет домой в дом. А еще там кто-то кричал, помогите. Я слышала зов о помощи. А что там? Ой, кто-то кричал, помогите. По-моему, никого нет здесь. Ох, кто-то где-то упал. Давай, спаси его. Спаси, ищи, ищи. Кто-то там упал. Ярослава, по-моему, кто-то звал о помощи. Ну, показывай. Показывай. Тоже. Такая же, только черненькая. Так, ну что же. Всем пока. Это было видео с красивого места возле речки Тысячки.